келдің ебіз, бістің қолығысты. Чоғы күшілер естің келдің езі. Хорай вастың келдің езі. Республика вастың келдің езі. Оң қандық болырын кежі бірезі шілі алыр ергелік біз. 2019 жылдың сентябр сез Дыва Республиканың дейді құралының депутаттарының соңғылдалары. Одыңның шын шілілгенгі қыл. Дыва Республиканың соңғылда комиссиясы. Глава Тувышалбан Караол 8 сентября провел рабочую встречу с руководителями силовых структур республики, с которыми обсуждена оперативная обстановка в единый день голосования. По информации об обстреле автобуса с наблюдателями от партии ЛДПР, его министр внутренних дел Марат Олтарначи доложил, что лично выезжал к месту вызова. Далее цитата. Взятое объяснение с тех, кто находился в автобусе. «Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами», — сказал Марат Олтарначи. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин. Ни у кого в руках не было огнестрельного оружия. На видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин. Нет повреждений. Только проколоты первые 2 колеса. Конец цитаты. Также его министр внутренних дел по республике Тыва Марат Олтарначи заявил, что по данному случаю отсутствует заявление о пострадавших гражданах, нет жалоб на травмы и увечья, а также не поступило заявлений о материальном ущербе. Также было отмечено, что граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии республики Тыва. Кроме того, по информации в социальных сетях о том, что в Байтагинском районе якобы было совершено нападение на одного из кандидатов в депутаты от ЛДПР Сулайманова, выяснилось, что он находился у себя дома и в выборах не участвует, так как его кандидатура снята. Информация о пропавших на трассе двух представителях ЛДПР не подтверждается. Глава Тувышалбан Караол в ходе встречи с руководителями МВД ФСБ Росгвардии высказал просьбу взять на особый контроль ситуацию в республике, работать на предотвращение любых провокаций, обеспечить условия для того, чтобы избиратели смогли в спокойной обстановке сделать свой выбор, а участники избирательного процесса чувствовали безопасность. Сегодня в Туве открыто 186 избирательных участков, из них 35 в Кызыле. В республике проходят выборы 61 представительного органа, в том числе регионального парламента, который состоит из 32 депутатов. Половина депутатского корпуса Верховного Хурала избирается по одномандатным округам, другая половина по партийным спискам. По информации избиркома Тувы, на 4 сентября в Верховный Хурал баллотируется 271 зарегистрированный кандидат. 5 самовыдвижения, 79 партии «Единая Россия», 43 КПРФ, 63 ЛДПР, 60 партии «Справедливая Россия», 18 партии «Коммунисты России», 2 партии пенсионеров за социальную справедливость и 1 человек «Патриоты России». Жители труднодоступных районов и сел республики начали голосовать уже 28 августа. Для них организовано 42 пункта. Избирательные участки будут открыты до 22 часов. Телефон горячей линии избиркома республики 8-394-22-2-10-09. Впервые в региональных выборах приняли участие общественные наблюдатели. Общество взрослеет. И сегодня общественные организации Тувы заботятся о соблюдении избирательных прав граждан. Как мы знаем, на избирательных участках присутствуют наблюдатели от политических партий, от кандидатов. А сегодня впервые на региональных выборах присутствуют наблюдатели от общества, направленные общественной палатой региона. И они следят за тем, чтобы не нарушались избирательные права граждан. До окончания голосования работает ситуационный центр, в который будет отправляться информация со всех избирательных участков региона. Общественная палата Республики Тува в прошлом году очень хорошо отработала на выборах президента Российской Федерации, обеспечив все избирательные участки наблюдателями от общественной палаты. То есть получается, что помимо партий и кандидатов, общественные наблюдатели представляли именно народ Тувы и интересы по соблюдению избирательных прав граждан, жителей республики. Сегодня такая же работа организована на выборах депутатов Верховного Хурала и муниципалитетов регионов. Нами подготовлены наблюдатели. И сегодня на избирательных участках 300 наблюдателей от общественной палаты ведут эту работу. Сегодня в Туве стартовали выборы в депутаты Верховного Хурала. Ровно в 8:00 в Кызыле открылись 35 избирательных участка. Несмотря на пасмурную погоду, уже к полудню в регионе проголосовало 20% избирателей, а это более 38 тысяч человек. Изменения в плане образования жду.
плане инфраструктуры ПГТ «Кахема». Угу. То есть улучшение, ну там нужно открыть некоторые проекты, чтобы «Кахему» и жителям «Кахема» было удобно жить в «Кахеме». Я считаю, что от моего голоса зависит будущее нашей республики. Надеюсь, что партия сдержит свои обещания. В участке Центральной, который расположен в Доме народного творчества, к обеду большая часть избирателей уже проголосовала. По словам председателя комиссии, на данном участке зарегистрировано более 1200 человек. Явка хорошая, на 10 часов 138 человек. В Центральном избирательном округе 13-й число избирателей на 8 часов утра 1903 человека. Так, мы работаем до 10 часов вечера. Разные партии, и все партии присутствуют здесь. Доверенное лицо, наблюдатели, члены совещательным голосом тоже здесь находятся. В числе первых на 13-м центральном участке проголосовала Дина Оюн. Она отметила, что очень важно, чтобы в выборах приняло участие как можно больше жителей республики. Ведь каждый должен отдать свой голос за свое будущее. Всегда хожу на выборы, сегодня тоже уже проголосовала. И считаю, что это очень важный момент в жизни любого человека, потому что это возможность для каждого из нас принять участие в формировании органов власти. Вот сейчас мы формируем Верховный Урал, а это региональный парламент, который принимает все законы, формирует бюджет. Это значит, определяет развитие нашей республики. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас отдал свой голос. И я думаю, что это в том числе праздник. Праздник вот волеизъявления людей. На 21-м избирательном участке, размещенном в здании Тувинского транспортного техникума, проголосовал главный врач Центра медпрофилактики Айдын Сарыглар. Он отметил важность участия каждого жителя республики в формировании депутатского корпуса. Я считаю, что сегодня, 8 сентября, каждый должен сходить на свой избирательный участок и сделать свой выбор. Считаю, что сделать свой выбор – это гражданский долг каждого из нас, потому что только от нас зависит будущее нашей страны, будущее нашей малой родины, нашего города. То есть в зависимости от того, кого мы выберем, в целом зависит наше будущее. По информации Центральной избирательной комиссии, к данному часу проголосовало 49%, а именно более 95 тысяч избирателей по всей республике. Добавим, что активность избирателей пока выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году. Явка составляла чуть больше 29%. Уточнить, в каком из 35 избирательных участков проголосовать, можно по горячей линии Центральной избирательной комиссии 2-10-09. 8 сентября 2019 года. Выбираем депутатов Верховного Урала Республики Тыва 3-го созыва. Ваше будущее зависит от вашего голоса. Примите участие в выборах сейчас и определите судьбу своего региона в будущем. 8 сентября 2019 года. Сделай свой выбор. Избирательная комиссия Республики Тыва.